Как ощущение? Мы идем. Мы идем. Куда идем? Мы идем, мы идем, просто идем. Решился человек. Следы зайца. Там везде лес. Ну идем по бровке. Хорошо идем, да. Время около 12 ночи, но мы хорошо идем по ориентиру. Снежок уже повалил. А так, лес. По лесу куда-то идем, а куда? Куда-то идем. Между елочками, лиственницами. Зайцы тут бегают везде. О! Я бы свои добавил комментарии. Говори. Но я воздержусь, пожалуй. Да? Ну ладно. Вот так идем. Классно. Погода радует. Морозы спали. Градусов 20, может поменьше уже. Добрый день. Вот такая вот погода сегодня. Мы выспались. Снег с ветерком в лесу. Дошли на лыжах. Очень классно. Понял всю ситуацию. Просто шли, шли, шли и дошли. Главное, дошли. Все растет. Лес. Снегу, конечно, хорошо. Наши друзья на снегоходе проехали. На разводой. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме, папе. Инопланетянам с Марса. Да. Оу, oh, е. Yeah. Погода сказочная, да? Согласись? Ну-ка, говори что-нибудь. Ничего не хочешь. Просто наслаждаешься удовольствием, да? Да, стои, я вышел, и тут погода шикарная, согласен. Да. Вот. Мы дошли, отдыхаем. Выходные просто. Это вот на самый класс. Это просто была жесть. Да. Жесть была там. Да, ничего страшного. Это все было пережито. И оно еще будет завтра. Да. Завтра будет спокойнее. Тундра, лес, вот, все. Дымок дымится. Километр мы уже прошли. Иди дальше. Возвращаемся снова к Кубе на старую, на родную. Идем. Снег валит, ветер южный. Вообще ничего не видать. Потихонечку идем, идем, идем. Лыжи идут, мы идем. Там сказали 580 метров. Мы уже километров 100 проехали, а у нас все 580 километров. Метр, то есть. А снег валит, видите сами. Уже не видать. Фонарь не тот. Тот дал я другому человеку, этот не трекинговый, себе снег видно, фонарь вот, елочки. Время часов, не знаю сколько, ну вообще ночь, часов 8 вечера, наверное. А нас еще шашлыки ждут, сейчас шашлыки будем жарить, а Андрей там заготовил, так что мы идем, лыжи идут, нормально, снег мягкий прям, нужно тоже чистить, идем нормально, идем по курсу. Ночь и тишина, но она я навек. О, деревца красиво. Вообще. Время 10 вечера.
Снег хрустит, тепло. Елочки заснеженные. Там вообще среди бывших зайцев. Время 13:30 примерно. Погода успокоилась. Идиллия. Градусов 25, наверное, 20. Солнышко еще там где-то не вышло. В области. Тишина. Легкий ветерок. И там горы где-то. Печка топится. Вот. Там очень мило. Зимник. Ну, даем дорогу так. Обратно быстрее. Днем пойдем. Минут через 40 выдвигаться будем. Вот так прекрасно. Просто идиллия. Снег хрустит. Вот, отдыхайте, если хотите, в тундру, в природу, в лес. Выходные прошли вообще идеально. Были в гостях на новой избе. Пришли к Таймыру, к клубу. Вот. И елки у нас растут тоже на север. Воскресенье, время 14:50. Возвращаемся домой. 26 января. Отдохнули прекрасно. Погода отличная. Вот, возвращаемся. Обратно 11 километров пути. Вот, великолепные были выходные. Всем советую так отдыхать. Вот такие вот дела. Идем потихоньку. Андрей впереди. Погода классная, вечереет. Время начала 4-го. Вот, идем по буранке. В принципе, может тут уже не успеть сейчас ехать было. Снег скрипит, классно. Закат. Вон туда идем. Идем сейчас. Время пути полчаса где-то. Пока дойдем, уже и стемнеет. Вообще отлично. Отдыхайте почаще.